Всем привет! Сегодня мы занимаемся тестом коробки передач. Ребята изменили передаточные числа. Сегодня мы смотрим, насколько они подходят для гоночных условий. Одно дело теория, да, когда на бумаге видны эти передаточные числа, можно графики нарисовать, а другое дело на практике. Разница в том, что на этой коробке передач гораздо удобнее пользоваться первыми тремя передачами, они хорошо подтянуты друг к другу. Конечно, провал между третьей и четвертой передачей все еще остался, но эта коробка передач, безусловно, намного лучше машины, гораздо быстрее. Мне нравится.